Всем привет, уважаемые зрители! Мы продолжаем съемку с воздуха шестого этапа Тавриды. Теперь это участок от перехода через железную дорогу в районе Бахчисарайского кольца и до моста через реку Чуруксу. Вот у нас в центре кадра площадка, где идет изготовление балок пролетных строений путепроводов и мостов, которые будут строиться на шестом этапе Тавриды. Позже мы рассмотрим ее подробнее в следующих частях. Идут раскопки захоронения монголо-татар 14-15 веков. Уже раскопки завершаются. И здесь скоро начнут земляные работы уже непосредственно по трассе. Вот это перекресток с съездом на Орловку. Так выглядит развязка. We'll be right back.
долетели до моста через реку Чуруксу. Я, по-моему, в той части, в предыдущей, не показывал таких ракурсов. Вот сейчас более-менее видно. Вот на этом эта часть завершается. Дальше будем двигаться в сторону Симферополя. Надеюсь долететь где-то от станции Самохвалова до развязки в районе Бахчисарайского кольца. Так что всем спасибо, подписывайтесь, до новых встреч!